И в продолжение темы. Во дворе школа номер 7 по поручению главы города-курорта расширяют спортивную площадку. Здесь устанавливают комплекс для занятий уличной физкультурой, на котором смогут заниматься учащиеся младших и средних классов. Едва ли не самые основные инструменты монтажников – теодолит и уровень. Работа достаточно точная. Рядом площадка для подростков и взрослых. Старшеклассник Марк в день делает по несколько подходов к турнику, а после тренировок сам занимается плаванием. Поэтому для него это своего рода обязательная программа. Марк отмечает, что в Анапе немало мест для занятий уличной физкультурой. Развивается хорошо. Площадки везде есть, в каждом дворе. Турники.